Всем привет! Сегодня хочу померить износ цепи на моем велосипеде. Так как уже езжу на одной цепи третий год, уже, наверное, больше 6000 километров наездил. Сейчас мы это проверим. Соединимся к велосипеду и посмотрим, сколько точно я наездил на нем за эти 3 года. Так, соединяемся. Так, 7712 километров за 3 года, вернее третий год. Поэтому надо измерить износ цепи. Ну, это ключа калибратора у меня нет, как он называется, ключ калибр, поэтому буду мерить с помощью штангель-циркуля. Так, для этих целей берем штангель-циркуль, выставляем где-то 119 сантиметров. Вот так, 119 сантиметров. Штангель-циркуль между 10 звеньев, вот так, и растягиваем, и смотрим результат. У меня показывает 119, почти 120, но это нормальный износ. Короче, размер новой цепи где-то 119,5. Если цепь превышает износ больше 125, 120,5, то, короче, надо менять. Моя еще цепь вроде нормальная. Так что можно еще поездить немножко. Но 7000 на одной цепи, то тоже нормально уже, да? Почти 8000 на одной цепи. А люди еще в комментариях смеялись, как я за цепи ухаживаю. В том ролике, в крайнем. Вот так вот. Кто там говорил, что бензин нам надо мыть, а всякая ерунда. Надо нормальной смазкой мазать, и тогда будет ходить вот так цепь, как у меня. Почти 8000.